достаточно актуальным является законопроект по введению так называемого минимума. Это порядка совершенствования будущего обучения директора. Во-первых, изменен срок. Знаете, сейчас директор дается бессрочное предложение, оно поддержано всеми федеральными органами, куда мы направляли его на согласование. Билет будет выдаваться на срок 10 лет. Во-первых, во-вторых, вы понимаете, что бесплатная практика выдачи охотничьего билета, она себя не оправдывает. Вы несете затраты, люди, так сказать, потеряв этот билет, приходит, обращаясь к вам снова и снова, поэтому стоимость билета, расчетная пока, это, так сказать, все в проекте, 3,5 тысячи рублей. И самый важный момент — это то, что билет будет выдаваться после проверки знаний требований как минимум, для того, чтобы исключить у нас выполнение адреса другого, как они называют, стреляющий по все живое, зачастую своих, так сказать, друзей на охоте по незнанию, по неосторожности. Потому что в свое время его никто не научил, он этого не знает. Вчера были на стрелковом комплексе, и выходит с любого комплекса, приезжают молодые охотники, они даже не знают, с какой стороны подойти к этому ружью.